Всем привет, я Хуб, и сегодня будем играть в флеш-игру Gunblood. Окей, давайте допустим это. Сразу же выбираем себе игрока. Ну, к примеру, вот этого со шрамом. Пишем имя, но тут оно... О, смотрите, прям имя дьявола. И начинаем игру. Так, давайте сразу убьем первого, и я вам объясню, как и что тут работает. Наверняка вы еще не успели заметить, как работает эта игра. Я вам объясню. Ну что ж... Просто ведете курсором на барабан и ждете, пока закончится отчет, и стреляете в вашего врага. Вот и все. Простая механика, простая игра. Ну что ж, все гениально просто. Отлично. Следующий. И здесь есть очень надо... Блин. Здесь есть... Да пошел ты нахер. Тут есть очень надоедливые эти бонусные уровни, и реально они надоедливые. Они нужны просто, чтобы, не знаю, там, накопить побольше очков, чтобы там в таблице рекордов вы были на первом месте. Хотя, я думаю, там вообще сами разработчики сделали самые невозможные рекорды, чтобы люди играли, вот, да, я хочу на первом месте, а нихера. Что бы ты ни делал, вы не наберете 500 очков, которые на первом месте в этой игре. Да и имя там очень подозрительное. О, да, прям кровь, кишки и разврат. Да, но мультяшная графика и тупая анимация не дает этой игре быть очень грубо серьезной. О, да, в пах прямо. Ну окей, это пятый наш враг. И вот он сдул. Блин. Не, реально, тут всего лишь 9 врагов, но эти 9 врагов вам надерут задницу, уж будьте уверены. И вам не покажется мало, 9 врагов всего лишь. А-а-а! Мы оба сдохли. Не, вы видели? Мы оба просто сдохли. И мне засчитали поражение. Ну почему? Блин. Но это был все равно первый враг, так что сильно разницы не имело. Так, все. Кстати, где вы оба дохнете, это не единственная игровая ситуация. Есть, когда у вас в обоих заканчиваются патроны, и вы просто начинаете заново. Надеюсь, я вам это покажу, если у меня получится там убедить моего противника выпустить все патроны зря. Но вот последний босс вообще зараза, прям бошку сразу кидает. Итак, четвертый. Игра уже потихоньку наскучивает, но... Просто я это уже не первый раз записываю нахер. И что? А, вот. Как раз хотел вам показать. Draw game, когда у вас у обоих заканчиваются патроны, и вы просто снова начинаете играть. Почему так не происходит, когда вы оба дохнете? Нет, вам надо с самого начала начинать. Окей, 2, 1. Давай, давай, давай. Вот так. Отлично. Кстати, у нас полное здоровье. Странно, вроде мы и упали, все такое. Чтобы пройти по-бырому этот тренировочный уровень, просто сразу стреляем в бошку. Пятый. Вроде тут мы сдохли, или я точно не помню. Да, вот так. Вот так я люблю, когда мы сразу просто... Он прям не может нам ничего противопоставить. Итак, это шестой. Надеюсь, давайте... Я буду молиться, что я дойду все-таки до конца и вам покажу этого последнего врага. Хотя очень странно, последний враг — это играбельный персонаж. Где это еще видано? Что последний враг был играбельным, блин, персонажем. Но если вы выбираете последнего врага как играбельного персонажа, то последний враг просто меняется. Наверняка вы меня не поняли, да? Не бейте в голову. Отлично, все, отлично. Мы уже убили седьмого, восьмой, предпоследний босс. Отлично, отлично, все, я просто уже в нетерпении. Я еще один тренировочный уровень, где вас кидают ножи, это вообще все, последний. Фу, держу кулаки, прям хочу пройти. Кстати, собственно, мы играем за последнего врага, так что последний враг просто поменялся на этого. В любом другом случае, последний враг будет вот этот со шляпой, который мы играем. Ну что ж, девятый уровень, 100% сложности. Надеюсь, все будет красиво. Фак! Ебучая шляпа!
Не-не-не-не-не. Все. Всем пока. Игра хорошая. Мне просто не повезло. Надеюсь, вам повезет больше. Всем пока. С вами был Хуб. Всем спасибо.